Всем привет, с вами голодная и уставшая Квина. Ой, не сюда мы отправляемся. Кстати, мы должны составить заклинание. Нет ячеек. Мне нужно кольцо для ячеек. Вместо вот этого. Какие-то они... Да, мы в прошлой серии попали в новое DLC. Оно просто потрясающе. Серия с моими восторгами. Смотрите перед этим. Блин, я надеюсь, звук у вас записывается. Да, записывается. Так, какое-то южное, западное. Пока что я их ящик сложила. Ящик с предметами кольца. Вот. И нам, оказывается, нужна пиромантия, чтобы там все размораживать. Вот кольца, кольца, кольца. Ячейки. Добавляет ячейки для заклинаний. Южное ритуальное кольцо. Да. Плюс один. Так, обычное вернем. Плюс один оставим. Вот должно быть круче, да? Одеваем его. Вместо этого клевого кольца исчезновения. И нам надо будет проделать все тот путь, который мы проделали, уже с ним. Хорошо, что мне подсказали про пиромантию, те надписи на полу. Как удобно играть в режиме не кооперативном, а когда есть другие игроки в сетевом, скажем так. Так, и сейчас у меня ячейки для заклинаний целых две. Хорошо. Что же у нас? Какой-нибудь большой огненный шар, да? Нам нужно побольше. Недвижимое пламя. Есть количество, которых мы можем использовать. Всесожжение. Вариант. Большой огненный шар. Кстати, здесь должен хорошо идти меч с огнем. Да? Раз они все такие чувствительные парни. Ну, то есть холодные. Ну, теоретически, да? Так, о, кстати, еще одну можем поставить, что-нибудь небольшой огненный шар какой-нибудь. Теплота, то есть лечение. Кровь в плане все одно. Мощное поджигание, 6 штук. Я думаю, пригодится. Да? Да. Что у нас есть? У нас есть огненный меч. Будет ли он нам больше урона наносить? Надо попробовать. Он у меня не с собой. Который из них огненный меч? Он такой, традиционного вида. Или он у меня с собой? Нет, с собой. Ты смотри. Практично очень. Так, отправляемся на тот костер. Ледяная Элиум Лойс. Внешняя стена. Звучит как Лойс, да? Забавно, но... Но в самом начале они, конечно, нас поразили своей красотой, вот этой штукой. Древним, не пойми чем. Злом, наверное. Офигенно красиво. Вот почему другие дизайнеры с других игр не могут такую красоту сделать? Я думала мне здесь вниз запрыгнуть. Как вы считаете? Нет, это было зря. Но я думала, что мы здесь сильно высоко. Трудно оценить расстояние, когда все замотано этой пургой. В пурге, но не в пургене. Так, меняемся на другое колечко. Ну что, у нас тут один путь, одна дорога, все по старому пути идем. Блин, надену вот это. Вообще прикольно было бы, наверное, его зачаровать на огонь, а я не то хотела делать. Ну давайте возьмем огненный меч, попробуем, как с ним будет ситуация обстоять. Хуже, лучше. Что-то можно будет расколдовать, интересно. Блин, а они так сделали, типа вот как прыгай, прыгай.
Ну да. Может, если я еще кольцо одену? А нет. Но нет, не думаю. Там босс, а нам нужен какой-то предмет, да? Интересно, вот туда мы не забирались, не выходили. А не знаю, что вам сказать. Мне гораздо... Блин, я не купила вот этих самоцветов. Этих даже больше, чем тех обыкновенных. Не знаю, может сгонять купить? Или я думаю, хватит, хватит. Мне до конца хватит. Так, мне вот это вот не надо. Я решила, что оно мне не надо. Так, заходишь, выходишь, выманиваешь парня. А я пыталась укувыркнуться, но оно не поддалось. Я так, знаете, расслабилась, думаю, ну, знакомые враги. Фигушки, да? Тут вообще не поврежденный. Не отвлекайся, парень. Тут тебя убивать пришли. Мы так и не нашли костер, что печально. Очень жесткие парни. Так, спуск сюда. Надо не забыть, что мы найдем рычаг и починим это дело. Ну, теоретически. Кстати, я думаю, этого парня можно из лука, чтобы он к нам вышел. Оп. Оп. Он стреляется. Он не хочет честно играть. Бубу. Бубу-бубу-бубу, юка. Интересно, а можно обойти и сделать ему зазать? Ага. Они очень как-то чувствительные со спины. Почесали ему спинку. Так. Ух ты, посмотрите, здесь какие-то приступы, на которых можно сверху спрыгнуть. Но я думаю, там проход есть какой-то. И снизу, посмотрите, везде блестяшки лежат. Но здесь нет. Интересно. Слева, спасибо. Я уже и забыла. Да, мы его просто спамим атаками. Ай-яй-яй. И бобо. Ну, ничего не поделать. Так я играю. Так. Так, две остались. И они вдвоем идут. Одной левой, что называется. Я боюсь блестяшек не пропустить, потому что очень здесь все блестит, и как-то это не видно ничего. Так, здесь, оказывается, не спрыгнуть нифига. Может, туда можно после босса пройти? Но никого нет. Посмотрим, что там. Скелет. Как алтарь какой-то прикольный. Ладно. Я не нашла здесь нигде это вот. Что хотел сказать? Я не нашла костра. Да, это печалит меня. Сейчас попробуем это разморозить. Перчаточку, пожалуйста. Пожалуйста, обрадуйте меня разморозкой.
Так. Что? Там этот тоже сидит. И что, у него получилось? Факел мне не помог. Ребята, напишите, вдруг вам помог. Блин, а как вас много. Я откатываюсь, а он меня пыряет. Так, а теперь можно подлечиться. Те глыбы наверняка тоже нельзя разморозить. Спрашивается, да? И там еще один. Этого заковыряем, потому что там их два. А потом еще парочку. Мне интересно, все-таки можно будет это эти глыбы как-то растопить? Вообще, я думаю, что нет. Я думаю, там какой-то предмет должен быть. И тогда оно все растопится. Тогда можно будет пиромантию. Может, какой-то улучшать или какая-нибудь корона все-таки. Супер-пупер корона. Ай-яй-яй, я застыла. Нажала удар, а он не ударяет. Это я так не оправдываюсь, на самом деле. Так, что пишут? Еще что-то новое? Не смей, затруднение. Ага. То есть, если я ее убью, потом будет затруднение, да? Давайте попробуем это растопить. Да. Два раза. Надо не испутать. Подожди. Я хочу убрать эту перчатку, чтобы она мне тут не мешала. Пиромантия. Может, те ящики можно пиромантией? А это нельзя? Еще один. Двое. Сейчас будут тут ходить. Давайте. Вы меня хотите выманить? Офигеть, что ты бегаешь с места на место? Вот так. 150. А так нет, потому что со щитом. Какой-то удар был, я была со щитом, он все равно меня пробил. Нечестно, Вася, так нечестно делать. Ой-ой-ой, опять стреляется. Он меня пытается
вывести. Щит подняла, но не вовремя. Так, ладно. Нам нужно к тому сбегать. Да, я забыла, что там еще была левая дверь. Хорошо, теоретически. Жадничаю, спешу, думаю, успею. Блин, там опять куча врагов. Так надеялась, там костер. Нет, не то нажала. Ладно, восстановили наше здоровье. Так, выманиваем. Опять сейчас двое выбегут. Выходят. Идут. Выходи. По одному вас лучше выманить. Давай. Хорошо. Длинный меч хорошо достает. Не надо так близко к вам подходить. Так, этот хорошо, потому что он теперь один выбежит. Как вас называть? Ледяными скелетами? У них атака получается, он два раза пинается. Ну, именно вот этот, с пикой. С пикой, мне кажется, самое опасное, потому что у них и щит, и пика, и вообще все 33 удовольствия. Здесь собака. Да? А у него щита нету. Нечем защититься тебе от моих острых ударов. Ай-яй-яй, все равно достал. Ай-яй-яй, уже нечем лечиться. Нечем. Собака, давай. Я думала, с одного удара. Так, в прошлый раз мы там открыли, поэтому сейчас пойдем сюда. Ты один тут? Я вижу, там второй есть. Бежим. Ты за мной сюда идешь? Да. Фух. It was close. Это было близко.
Простите за мой английский шикарный. Так. Давайте восстановим наше оружие. Вот там еще один парень. Он стреляется. Неприятно. Так, что здесь? Здесь не вижу ничего. Здесь молящиеся. Боже мой, сколько их. Их специально так напихали, чтобы людям по ним случайно попадали. Ай, нет, 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 автофокус, вернись. Достала, достала. Лечимся. Так, молящиеся, хорошо. Пока ни одного не убили. Это хорошо. Право, налево, вьюга, ничего не видно. Что здесь? Здесь проход. Никаких предупреждений. Люди, пишите предупреждения. А вдруг там что-то страшное впереди? Типа выпрыгивающий, как обычно. Ну, я здесь нифига не смогу зажечь, да? Да, тухнет. Надо специально какую-то штуку. Есть у меня такая теория. Так, надо запомнить это место. Вот бы здесь где-то костер был, да? Согрелись бы. Серию закончили. Кстати, что пишут? О! Ну ты рыба моя. Справа. Как здесь хорошо. Справа. Или слева. Значит, смотря с какой стороны смотри, да? Блин. Зачем ты тут? Ну, здесь не костер, очевидно. Сюда можно спрыгнуть, куда-то пойти. Костер, очевидно, был там. Но если мы сюда спустимся, то уже не поднимемся сюда. Да, видите, здесь никакой лестницы. Я смотрю. А, вон он, вон, вон, вон. Блин, а? Потом опять что-то проходить. Безобразие. Сколько дорог всяких. Ладно. Я думаю, костер все-таки важнее. А потом мы сюда еще раз бегаем. Вам уже не надоело смотреть, как я их убиваю, да? Ладненько. Джеронимо. Так, зажжем. Столько мертвых. Как вы умерли, ребят? Сильный враг впереди. Слава, ответный удар. Видимо, имеется в виду, что сзади надо к нему подходить. Ну, в смысле, парировать. Опять он со своим мечом. Опа-па-па. Кто это тут у нас попался сзади? А-а-а! Сильный враг. С невидимым мечом, но он практически как невидимый выглядит. Молятся сверху. Снизу. Зачем мы сюда пришли? Интересно. Ну, это был единственный путь, да? Это враг. Нападаешь? Рассыпался, и это не я. Хорошо, хорошо. Ой, блестяшка там, блестяшка. Самоцвет жизни. Старый, лучистый. А с этого не выпала никакая блестяшка. Я уже не помню, где я его убил. Где-то тут. Ладно. Тут можно как-то пройти?
Так, нельзя. Можно туда пойти. Угу. Не убивать. Ай-яй-яй, еще один. Но мы умеем выманивать. Да? Я надеюсь, он за мной пойдет. Да. Это парень, который меч вынимает. Хорошо, попался. Так, сматываемся с этого места и лечимся. Скоро хлеб не останется. Да, вы думали, я тут закончу, да? Нет, да. Тут нет никого, нету. Хорошо. Есть! Есть! Бежим! Бежим! Не по прямой. Квинна, не по прямой. Пэм-пэм, пэм-пэм, не попал. Мазила, мазила. Я не хочу под тем... Кстати, можно было его так в самом начале расстрелять без того парня. Ты... Ага, ты мертвый. Кто-то умер, и это не я. Так. Интересно. Ты же живешь, да? Да. Боже мой, у него дубина. Выходи, я там не могу у тебя попасть. Фух. Фух, этот был удар, я не перенесла, скорее всего. Так, где у нас тут лучистые самоцветы? Давайте, ребята, работать. Зря вы тут, что ли, валяетесь. Так, ну-ка давайте посмотрим. Здесь есть что-то? Есть проход. Все белое, ничего не понятно. Впереди, насколько впереди? Здесь. Кольцо закрепленного. А мы видим, где? Сверху, возле этого фонтана. Так, это мне пока что нужно. Кольцо закрепленного. Получается сюрпризом также и большой урон. Кольцо, созданное из цепей закрепленного, дает разные преимущества, но увеличивает получаемый урон. Цепи закрепленно могут превращать людей в рабов удовольствия, отправляя их навстречу погибели. Кольцо усиливает эту способность. Таинственно. Спасибо, пока не надо. Так, это я оценила? Нет, ценимся, ценим. Человек трудился, надо оценить. Что пишут? Справа, это доклад. Но не вниз, я надеюсь. Танец тьмы. Заклинание какое-то. Стрела души. Не вот это такое красивое. Нет. Танец тьмы. Да. Порча, испускающая огромное количество тьмы. Тьма радует. Выражает радость, освобождается, издевается над противником, которому подкрадывается. Порча олицетворяет людскую извращенность, и лучше всего это видно на примере такого танца. Катализатор колокольчик. 23,22,60. 22 ума, 60 мудрости. Ни того, ни того нету. Тайна. Грешник. Ну, мы должны здесь сюда спуститься.
Так, а тут мы собрали же, да? Нет? Талисман Лойда. Ну так. Так, все. Ничего особенного. Сюда вроде не пройти, да? Нет, не пройти. Так, ну мы вроде все тут собрали. Если я что-то забыла, напишите, пожалуйста. Парень пал. Ты пал. А я победил. Хо-хо-хо. Так, что тут? Тупик впереди. Почему? Вот сделали, знаете, чтобы специально все подходили и тыкались. 100%. Сами смотрят на это и хихикают. Злобные создатели этой игры. Кто это там такой? Да, тут неплохой, нехороший. Слышите, как он... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да, пропустили урон, но это плохо. Там какое-то предупреждение 100% было написано на полу. Сейчас он за нами пойдет. Он нас заманивал. Куда? Я не могу его обойти. Вы видели? Вы видели? Вы видели? Что он делает? Мы отступаем. Вы как хотите, а мы отступаем. Тут где-то был спуск. Я не помню, где. Выпустите меня отсюда. Нет, не здесь. Здесь был спуск. Вниз. Вниз, 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 вниз. Я хочу подлечиться. А ты как хочешь, страшный дядька. Ну, это он мне страшен. На самом деле, мастерам... Кстати, давайте оденемся. Ну так, как для встречи со страшным дядькой. А, щит большой. Мы же его можем одеть? Да, вроде да. Так... Этот меч не сильно подходит. Что у нас там есть из мечей? Вот этот, вроде неплохой урон, да? Вес. Убираем. Одеваем на ноги нормальные штаны. Не реми, а... И не вот эти вот. Девчачьи. Что? Защитника безумного... Нет, у меня безумного плюс 5 есть. Вот. Вот так, я думаю. Мы не сильно кувыркаемся быстро. Что у нас с кувырками? Вот так. Так неплохо. Пойдемте попробуем его пощекотать. Видите, это специально сделано, чтобы мы уткнули. Думаю, мы идем в правильном направлении. На самом деле нет. Стрелок, еще и стрелок там. Нет, меняемся. Надо было снять лук. Вот это хорошо. Хороший меч, да? Так. Почему здесь столько трупов? Там кто-то стреляет? Вот посмотри, там что-то есть. Нет. Из-за этой вьюги ничего не видно. Ну, чистый самоцвет жизни. Ну, спасибо. Мы еще дверь не открыли одну. И не пошли туда, где ящики. Но это надо заново все проходить. Прячемся. Вроде все спокойно, Багдэдди. Давайте посмотрим, что там за дверью. А вдруг там... Да смотри, с этой стороны не открыть. Ага. Я подумала, вдруг там костер. Ну да. Посмотрите, они сидят вокруг. Как будто приглашая. Убейте нас, убейте.
Мне надоело бессмысленность этой жизни. Ух ты! А, это там я вошла. В этот мир. Вот ты думаешь, да, что я пойду к тебе? По 18 снимать. Это несерьезно, блин. У нас всего 85 стрел. Всего 85, сказала, да? Не идет. А это ты меня не стрелял. Почему-то. Не видел, наверное. Что-то здесь замерзло, что тоже можно отморозить. И это не яйки. Слава месть. Видимо, стрелял, да? Ух. Сколько всего заморожено, что можно отморозить? Знаете что? Я вам скажу. Вот, сейчас со мной побежит. Опа-па. 1797 урон. По-моему, это мой любимый меч. Кстати, он же огненный, ребята. Он огненный. Вот в чем секрет. О-хо-хо. Офигеть. Как я нашла самый лучший меч? Так, ну как-то умер, я, в принципе, догадываюсь. Вон еще один парень. Осторожно, предмет впереди, но осторожно, призрак. Я настороже. Направо, налево, непонятно, куда идти. Я поняла, я поняла. Он их заряжает. Офигеть! Теперь я тебя вижу. И навестись не могу. Ну ты один? Где ты? Так, ладно, лечимся. Он зашел за нами. Фух, я не убила эту тетку. Вас несколько. Офигеть, офигеть! Офигеть! Офигеть, офигеть! Офигеть, бежим, бежим! Он умер. Он умер. Бежим. Ты один тут? Тень, ты же меня не подведешь? Я так и знала, что они сделают это. Их очень не видно. Это правильное слово. Очень не видно. Так, жду, пока здоровье восстановится, и бегу в тот ад. Ади. Не поняла, мы двоих убили или одного? Вроде кто-то бряцает железом.
Справа впереди сундук. Да. Не сметь. Почему? Так. Даже никто не нападет. Так, мощная, просто огненный шар. Да ну блин, а всего один остался. Может, какая-то пиромантия, которую я найду? Вот такая у меня идея. Так, смотрите, можно туда пойти, в ту сторону. Но мы пошли направо. Тут, блин, враги. Ай-яй-яй. Срочно лечиться. Жалко, конечно, жалко. Лучистые самоцветы. Так, а что тут? Тут можно поднять, да? Что это даст, непонятно. Нас искренне хотят запутать. Так, ага, мы гробы подняли оттуда. Теперь там можно пройти. Ну, мы туда еще будем бегать, наверное. Так, значит, мы сюда шли. Там парень один, которому мы не нравимся. Фух, меч выручает вообще, выруливает. Так, здесь же прозрачных нет. Осторожно, волшебство справа. Зеленый цветок. Откуда справа? Снизу? Чудесно. Три удара и готовченко. Осталось пол меча еще. Ну ладно. Я думаю, к следующей серии я лучше подготовлюсь в плане. Самоцветы куплю. Куплю вот это вот лечение. С этой стороны же можно открыть? Ох, собака. Так, здесь никуда не пройти дальше. Здесь собака. Несколько. Много. Нет! Нет! Ребята, нет! Что, что у меня есть щит? Да. Ай ты, блин, какой он косой. Лечись и больше не болей. Так, меч я бы еще подлечила. Это была засада. Так, что тут у нас еще? Кого-то убили прямо на входе, да? Бывает. Да, конечно. Если секреты есть, то я их найду после подсказок. Так что-то у меня не работает. Ага, вон там парень. Так, душа великого героя. Ага, это, видимо, те уступчики, которые мы видели. Хотя не, непонятно. Так, нам наверх. А, тут пролом. Ой-ой-ой-ой. Боже мой, как я счастлива, что у меня есть этот меч. Так, и туда никак не зайти. Хорошо, это мы взяли.
Дверь открыли, зачем там? Ну, то есть, зашли сюда, взяли блестяшку. Это была единственная цель. Так, здесь собак была куча. Идем теперь вниз, спускаемся. Так. Кстати, я поставила лайк тому, кто там написал. Уже нету надписи. Черт. Только наши шаги. Кстати, тут какое-то предупреждение. Смотри внимательно. Слава спрыгнуть. Ага. Ну, не здесь спрыгнуть, я просто смотрю на местность. Красиво. Гений, гений. Так, ага. Здесь надо разогнаться и спрыгнуть. Так, ну-ка посмотрим. Да, три ступеньки еще есть. Хотя это ничего не меняло, да? Алая вода. Предупреждения нет. Но это еще не значит, что врагов нет. Может, кто-то просто поленился написать. Иди назад. И не оглядывайся. Кстати, да, еще никому не удавалось найти скрытое Вэлиум Луис. Что пишут? Костер. Костер впереди? Парень. Не знаю, прав ты или нет, но я была бы счастлива. Правда, что-то мне даст ничего. Слезы, да. Сокрытая в Лойс. И красиво, да. И кроме того, что оно сокрытое. Так, может быть, здесь вход? Не помню, что хотел сказать. Наверное, кроме того, что оно сокрытое, оно еще очень красивое. Что? 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 Здесь можно что-то сделать. Алтарь. Была надпись. Глаз жрицы. Что? Это, видимо, жрица с нами говорила. Так, это был ключ, да? Настоящий глаз. Фу. Позволяет увидеть сокрытое. Глаз первой жрицы, следившей за Элиум Луис, позволяет увидеть сокрытое. Великая жрица заменила один свой глаз этим, вернув его, когда договор закончился. Но интересно, что это даст. Призрак и тогда месть. Да, это, видимо, здесь похоронена жрица. Кто другой, у меня нет идей. Как здесь можно было умереть? Вопрос. Наверное, просто кто-то упал. А может ударить? Нет, ничего не изменилось. Только пострадал наш меч. Кстати, я думаю, может быть, можно уже открыть эту штуку. Но нет. Я думаю, если с этой стороны открыть, то значит нам просто... Да, зайти не может тоже. Толчок, призрак. Посмотрите, он бешеный. Этим драконьим топором. Он лечится. Офигеть. Я в жизни такое не сделаю. Даже случайно. Ой, специально. Вот случайно могу. Я разбежалась и нажала ударить, и все. Тень впереди. Еще кто-то. Еще они этого имели в виду, я надеюсь. Гада.
А, тень, которые тени, вот эти появляются и убивают. Так, ладно. Пока не нападет, все равно мне это мало что поможет. Скорее всего, здесь такое место, которое как бы кто-то шел сзади мной меня. О, папа, эти теперь стреляются? Почему? Неожиданно. Костер, это было неожиданно. Это же не потому, что там я боролась рядом с этими. Напишите мне ваше мнение по этому поводу. Так, куда мы можем пройти? Сюда можем пройти? Можем. Мы здесь открыли что-то. И еще один. Блин. Ребята, вы издеваетесь. И эти стреляют, и те стреляют. И тут все прям заморожено. Так, ну я думаю, надо попытаться прорваться, а там посмотрим. Непонятно, идти ли в другую сторону. Там вроде ничего нет. Вы не должны быть сильно сильные, по идее. Слушайте, может я зря они так пищат? Может я зря их убиваю? Ну иначе они меня убьют. Не стреляют пока что. Так. Блин, я надеюсь, я все правильно сделал. Так, а сейчас я смогу поджечь этим, нет, а этим. Да, два раза. Что пишут? Мимикрия — это доклад. Может помочь голова, но дыра. Я не знаю, как все это растапливать. Блин, забрать предмет. Мантия прислужника. Интересно, здесь нет предмета? И тут, там великаны. Так, мантия прислужника. Кто-то же наверняка догадался, что это делается. Что это, как это размораживать. Наверняка, вот если бы я была производителем игры, я бы оставила это на потом, то есть, чтобы потом люди проходили второй раз. Мантия прислужника, вот она. Увеличивает защиту от всяких заклинаний. Легкая. Мантия прислужника из города собора. Много лет назад прислужники служили жрицам, но когда те исчезли с лица земли, прислужникам осталось лишь бесцельно бродить по замерзшей Элен Млойс. Служили жрицам? Что? Ой. Так. Да. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, по идее, все сильно испортится. Халатик. Обдерганный. Это капюшончик, милый. Верните мою, пожалуйста, одежду. Где оно? Вот оно.
вполне себе боеспособная единица. Может, еще что-то написано? Голова, ну дыра. Чудесно. Высказывание. Кого-то мы защищались там и умерли. Опасно, наверное, тут. Ты знаешь, мне эти звуки уже не нравятся. И ни одной надписи, типа, ой-ой-ой, там страшно. Не иди туда. Враги. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что нам глаз жить и дает? Большой вопрос. Ну да. Может, это та тень, которую меня предупреждали. Да, он сейчас как спрыгнет. Ну, сюда хоть не спрыгнет. Чувствую, что мне придется к нему переться. И он придет в самый интересный момент. Чудесно. Пей. Блин, кнопки не сразу реагируют. Расшатала я их, что ли? Да, лечения нету. Если сейчас на меня нападет этот парень, все будет очень плохо. У вас никаких предметов не завалялось? Ты все равно будешь на меня нападать, да? Великаны. Тут все можно разморозить 100%. Так, с тебя ничего не выпало. Не сюда. Хи-хи. Так. 100% это можно потом разморозить и прийти сюда. Но нас ждет где-то там красный призрак. Настоящий гады-проказник. Что пишут? Ну да. А здесь наверняка пишут, типа, темный дух впереди, так что иллюзия. Ниоткуда не спрыгнет сверху. Спокойствие. Вы шутите, да? Осторожно, темный дух. Иллюзия. Удар в спину. Где-то тут иллюзия, да? Офигеть! Это он был иллюзией! Офигеть. Ай-яй-яй, отойди. Это было коварно. Я думала, там где-то, значит... Дырка сверху, думала, короче. Мы его заспамили. Ну ладно, будем лечиться чем есть. Наслаждение впереди. Надеюсь, ты тут один такой. Серебряный талисман. Очень полезно. Спокойствие. Блин, зачем я спокойствие лайкнула? Так, что у нас здесь? Выход какой-то куда-то.
Снова это место. А, да, смотри, это. Кстати, я думаю, чтобы пройти к тому боссу, нам понадобится вот этот глаз, который мы сперли. Да, снова это место. Да-да-да. И, очевидно, на этом боссе нам что-то дадут, что-то даст нам все размораживать. Ну, то есть других вариантов прохода нет. Значит, был на мосту еще один вариант прохода. Был еще вариант там разморозить сундуки. Был еще там, где вот размороженные сундуки, еще там вариант прохода. Полно путей. Полно, полно. Я совершенно не помню, куда и как идти. Это босс, я думаю. Ну ладно. Разведкой или боссом мы займемся в следующей серии. Я еще не решила, что мы будем дальше делать. Поэтому, как обычно, с вас лайки, подписка, комментарии. Очень жду. Всем пока.